Ну что, друзья мои, всем привет, с вами снова CarHouse, и сегодня мы посмотрим, как же все-таки снизу выглядит Zeekr 001. Я не встретил пока ни одного такого обзора, поэтому сделаем его мы. Мы посмотрим, из чего состоит эта машина, какие применены технические решения. Погнали! Начнем с самого главного в электричке, с электромотора. Ну, либо батарея главная. Вы сами определитесь, что для вас главное, но мы начнем с электромоторов. Задние электромоторы и передние совершенно одинаковые, с одинаковой маркировкой, с одинаковой мощностью. 200 кВт сзади, 200 кВт спереди. 343 ньютона сзади, 343 спереди. Там что-то типа 16,5 тысяч оборотов в минуту максимальные его обороты. Ну, вот такой мотор. Здесь у нас получается сразу расположен редуктор и привода. Один привод длиннее, но это в принципе конструктивно на большинстве машин так устроено. Наш сервис базируется в том месте, где раньше был официальный дилер Мерседеса. И теперь мы частенько тоже обслуживаем Мерсы. И у Мерсов часто проблема бывает вот с промежуточным подшипником, с подшипником промвала. То есть один привод у нас длиннее, и получается привод, чтобы в воздухе не болтался, он закреплен внутри подшипника. И этот подшипник крепится обычно, ну, у Мерсов он типа в поддоне может крепиться. У Zeekr та же самая история, но они сделали обойму подшипника заменяемой. То есть в Мерседесе, когда у нас разбивается обойма вот эта вот, в которую запрессовывается подшипник, мы не можем переспрессовать сам подшипник, его начинает там проворачивать, но от этого у нас появляется вибрация. Решается все заменой сначала вала, если замена вала не помогла, начинается замена поддона, а там это очень дорого. Здесь ребята красавцы сделали отдельную совершенно деталь, в которой стоит подшипник запрессован. Очень здорово. На переднем моторе тоже такая же история. Они сделали это ремонтопригодным, не одноразовым, чтобы вы, когда у вас начал бить привод, вы его выкинули, поменяли новый. Нет, здесь мы можем поменять отдельно подшипник. Это вообще здорово на самом деле. Вот это, скажем так, втулка, и в нее запрессован подшипник. Этой втулки на Мерседесе, например, нет. И приходится менять в сборе, например, весь поддон. Здесь же все сделано отдельно. Это вообще, на мой взгляд, очень большой плюс. Техобслуживание моторов мы проводим раз примерно в 60 тысяч. Ну, не больше. Вот у нас сливная пробка, отсюда сливается масло. Сливаем, меняем масло, катаемся дальше. Это к вопросу обслуживания именно электромоторов. Вот она, наша задняя подвеска. Здесь у нас установлена многорычажка. Пневмобаллон. Раз, два, три рычага на каждой стороне. Датчик уровня подвески. Все, опять же, сделано по прообразу наших немецких, скажем так, друзей. У Мерседеса примерно эта тема также устроена. Вот тяга, вот датчик уровня. Все, это то, что отвечает за высоту пневмоподвески. Баллоны закрыты пыльниками, что в наших условиях не может быть каким-то, ну, минусом. Это большой плюс, потому что на Мерсах до 160 где-то седьмых кузовов вам это, может быть, ни о чем не скажет, но смысл в том, что там пневмобаллоны были не защищены. Здесь на нем вот такая вот гофрированная резинка. Это здорово, под нее не будет попадать грязь, и пневмобаллон, вот когда, получается, мы едем, пневмобаллон всегда вверх-вниз играет. И песок, грязь, вся, что попадает, она натирает резину. В какой-то момент у вас просто приходит в негодность пневмоподушку, приходится ее менять. Ребята отложили этот момент максимально дальше, установив пыльник. Вот она, наша инженерка по пневме. Это насос пневмоподвески, это блок клапанов. Все расположено за задним бампером. Здесь все это закрыто защитой, грязь туда не летит. Соединения все, в принципе, цивильные. Подвес хороший. Мягкий подвес, чтобы вибрация не передавалась на кузов. Потому что когда он крутится, он все равно, когда он работает, он вибрирует. И если бы эти подушечки были, например, жесткие, они бы у нас передавались вибрации эти на кузов. Насос стоит лукасовский, именно электромотор, что, ну, не может не радовать. В общем, по этим красивым оранжевым проводам у нас ток идет с порта быстрой зарядки, то есть с постоянного тока GBTDC. Вот они у нас здесь проходят и приходят на батарею совсем рядышком. В принципе, по задней подвеске, по большому счету, все понятно. Алюминиевый подрамник, ну, это классика. Многорычажка, пневмобаллоны с защитой. Ну, все достаточно хорошо. Вся пневма сделана на машине в Германии. То есть пневма не китайская. Видимо, они решили воспользоваться каким-то, ну, вот, более популярным брендом, чтобы большее доверие было, например. Передний электромотор, как я уже сказал, точно такой же, как задний. Та же маркировка, 200 кВт, 343 ньютона, 16,5 тысяч оборотов. То есть у нас машина такая в силовом плане достаточно симметричная. Передние и задние моторы одинаковой мощности. Это, судя по всему, тепловой насос. Больше всего, больше ни на что он не похож. Точно такая же тема с заменяемой, получается, обоймой подшипника, втулкой, в которую запрессовывается подшипник. Передний подрамник стальной. Сделано это, я так понимаю, потому что, ну, типа, он крепче, не колется при ударе, а гнется.
Потому что на многих машинах передние подрамники стальные, а задние алюминиевые. Потому что алюминий при ударе у нас бы раскололся. Наша передняя подвеска, лично мне она больше всего напоминает современные BMW. То есть это наш поперечный рычаг, диагональный рычаг, верхний треугольный рычаг и через поворотный кулак вот наше соединение всего этого добра. Что особенно я бы хотел отметить, что меня очень сильно удивило. На этой машине стоят тормоза Акибон. Чтобы вы понимали, Акибона ставятся на такие машины, как Infiniti, Nissan GT-R 35, на Lamborghini даже стоят тормозные машинки Акибона. Понятно, что здесь не та модель, которая стоит на Ламбе, попроще она. Здесь 4-поршневые суппорта, у Ламбы 10 поршней. Но это достаточно круто, радиальные машинки на гражданском автомобиле таком, тем более китайском. Ну, Акибона делают хорошие тормоза. Наверняка многих из вас беспокоит вопрос о том же, как обстоят дела у этой машины с электрическими разъемами, с уплотнением разъемов, с изоляцией разъемов. Мне, в принципе, все эти узлы понравились. Если прям я вот взял бы себе эту машину, возможно, я их бы, может быть, дополнительно изолировал, чтобы туда меньше попадало влаги, и у меня позже начались бы какие-то там баги по электронике. Потому что наши условия, наши соль, влажность, грязь, песок, оно везде забивается, с этим ничего не сделаешь. Поэтому, если хотите продлить жизнь своей машине, вот пока она новая, это можно вполне сделать. Многие разъемы можно дополнительно изолировать. Ну и, в принципе, как на всех привозимых сейчас из-за границы машинах, сразу на новую машину делаете просто хороший антикор и ездите, не знаете бед. В плане герметика, в плане швов, все здесь красиво. Везде по кузову, где я нашел, посмотрел, все сделано хорошо, подгонка деталей нормальная друг к другу. Герметик лежит отлично, вообще замечательно. В этом плане к ним у меня нареканий нет. Мы продолжаем. Возможно, возникнут некоторые вопросы по поводу качества пластика снизу. Но я, к сожалению, на них ответить вам не могу, это покажет только время. Сейчас нет какого-то негатива, это не вызывает, то есть оно гнется, не хрустит, не трескается в руках. В принципе, все цивильно сделано. Вообще, глядя на машину электрическую снизу, ты понимаешь, что она устроена из меньшего все-таки количества деталей, чем автомобиль с ДВС. Через это у меня есть надежда, конечно, на некоторую надежность этого всего. Потому что, ну, просто смотришь снизу, больше свободного места везде. Тут, где должен быть ДВС, туда, если заглянуть, там опять куча свободного места. Да, стоят насосы, которые везде антифриз гоняют. Да, куча разъемов, да, блоки. Все равно конструктивно эта машина получается несколько проще. Просто мы пока к этому не привыкли. Для нас пока электричка — это что-то такое новое и страшное. Вот, ребятки, наша батарейка. Здесь стоит 100-киловаттный Катл. Катл, чтобы вы понимали, это одна из фирм, которая занимает прямо-таки лидирующие позиции в Китае на сегодняшний день по производству батареек. То есть в лидерах там в основном Катл и BYD. Но Катл сейчас стоит на большинстве китайского премиума. Это литий-ион с подогревом и с охлаждением. Характеристики у нее примерно следующие, кому вот интересно. 407 вольт напряжения, 246 ампер-часов, ну 100 киловатт. 580 килограмм, чтобы вы понимали, весит эта батарея. Снизу такая прям хорошая, уверенная броня. Я думаю, пробить там ничего не получится. Броня прям, ну, миллиметров 6-7 точно. Хорошо заморочились защитой батареи, это приятно. Да и вообще в целом, все вот что рядом стоит собрано добротно. То есть вот они, болты крепления. Если мы захотим снять батарейку, мы начнем раскручивать как раз вот эти. Сверху снимем разъемы, во-первых, точнее не сверху, сзади они у нас разъемы, спереди. И после этого батарейка на подъемнике опускается. Но я думаю, на этих машинах это подойдет пока еще не скоро. Катл себя давно зарекомендовал, и я думаю, ну не будет у людей с ними проблем. Кроме каких-то вещей, когда человек сам как-то может испортить свою машину. То есть в обычном ее рабочем процессе этот Катл умереть должен, но совершенно не скоро. Не надо забывать, что это литий-ионная батарея, и у нее повышенная стойкость к деградации. Поэтому она у нас жить, я думаю, будет по-любому долго. Бил какой сильный. Вот, ребята, мы и добрались до наших тормозилок. Ну уж очень они мне понравились. Это очень крупный суппорт. Я прям даже так не скажу, но на фоне моего немаленького отъевшегося лица этот суппорт, я думаю, не теряется. Тормозят они классно, выглядят они, по-моему, еще лучше. Я бы, конечно, ну, покрасил их, наверное, в какой-нибудь другой цвет интересный. Потому что, ну, белый мне не очень нравится. Но, с другой стороны, электричество, экология, видимо, они так подумали. Белый будет красиво. Ни у кого нет белых суппортов, они решили. Здоровые акибоновские тормозилки. Площадь колодки прям
крупная. Передние стоечки у нас, как и задние, тоже защищены таким гофрированным куском резины, что опять же положительно скажется на долговечности пневмоподвески. Пневмоподвеска Made in Germany. Кто, интересно, в Германии ее делает, я пока не знаю, но по факту она немецкая. Сколько пробегает, скоро узнаем. По разболтовке, по ступице, это больше всего похоже на Volvo. То есть здесь у нас 5 на 108, но не надо забывать, Zeekr принадлежит Geely. А Geely на сегодняшний день хозяин и Volvo, и Polestar, и Lotus. У Volvo у нас как раз-таки 5 на 108 разболтовки. Ну и на Polestar, потому что это электрическая Volvo. Здесь та же самая история, я думаю, ступицы использовали от каких-то моделей Volvo. Но я могу ошибаться. Но 5 на 108... По дискам можете подобрать что-то от Volvo, либо заказать именно для Zeekr. Китайцы начали достаточно большое внимание уделять деталям, фурнитуре в целом. Вот колесные болты у нас с таким вот конусом вращающимся, так обычно сделано на немцах. На вагах, ну, на фордах, кстати, тоже так сделано. В общем, на европейских машинах такое чаще. До этого на китайцах я таких болтов не встречал. Но тоже говорит о том, что ребята начали больше заморачиваться в целом по производству своих автомобилей. Мы слегка увлеклись и залезли под капот Zeekr, но залезли чуть дальше, чем это происходит обычно. Мы сняли просто все, сейчас вы посмотрите, что называется, кто-то психанул. Я думаю, в России еще никто такого не делал. Я не знаю, как это вышло, одна за второй деталькой. Мы хотели просто открыть лючки и посмотреть, показать вам аккумулятор, показать бачок антифриза. Но мы решили показать сразу оба контура. Все у нас здесь. Управление климатом, компрессор климата, рейка, ко всему доступ отсюда. И места еще целая куча. То есть, если бы у нас был здесь пресловутый ДВС, никуда бы мы с вами не залезли на современной машине. Вот он наш пусковой 12-вольтовый аккумулятор, блок предохранителей. Здесь насос кондиционера, устройство, все, ну, то есть все по климату. Охладитель антифриза. Да и, в принципе, куча насосов, куча разъемов. Тормозная система, в принципе, как на обычном автомобиле, но с той лишь разницей, что вакуумный усилитель приводится в движение электромотором, поскольку у нас нет ДВС, и он не может вырабатывать вакуум, на котором обычно работает вакуумный усилитель тормозов. Здесь усилитель тормозов электрический. Следим за жидкостью в бачках и не знаем бед, чтобы не перегреть батарею и чтобы не было холодно в салоне. В принципе, здесь есть доступ ко всему в плане ремонта пригодности. Главное, чтобы был софт для этого ремонта. И все, я думаю, мы это осилим со временем. Потому что хорошая диагностика по устройству автомобилей предельно понятна. Поэтому не переживайте, обслуживать мы их явно сможем. Что я вам могу сказать в заключении по поводу технического устройства этого автомобиля? Да что сказать, автомобиль круто сделан. До этого мы снимали на Huawei ту же самую тему, как они выглядят снизу. Эта машина уже сделана, но она сделана еще лучше. Эту машину я бы уже мог сравнить прям точно с европейскими брендами. По качеству, вот на ощупь снизу все как это устроено, с точки зрения меня, как человека, который что-то в технической части автомобиля допонимает. Машина сделана круто. Время покажет, как они будут эксплуатироваться, но сделано уже все по-взрослому. Спасибо вам за внимание. Пока.